Ух. Да, телефон, думаю, что это ночная съемка сейчас у нас. Это вообще жесть. Для подобного. Снег белый у нас, а не синий. Блять. Тут фени нас сейчас прошли. Ну, 10-15 минут, не более 15 занимает, чтобы фенину пройти. Вот здесь вот остановки уже давно сделали. Если сейчас инфраструктуру наладят, будет все идеально. Ну, кто привык ходить пешком, так и будет, наверное, ходить пешком. Потому что, ну, время то же самое будет занимать, по сути. То же самое будет время занимать. Вот она, Некрасовка уже. Остановки есть. Вот Фенина прошел, остановки есть. Вот автобусы сюда наладят, транспорт сюда пустят. Просто Фенина прошел, сел на автоостановку и до Некрасовки. 10 минут тут ехать, но не более. Потому что пешком я тут минут 20 иду, 25 в крайнем случае, вот в таких условиях. Вот так вот.